Арабские Эмираты дадут вооружение Украине. Об этом Петр Порошенко договорился на крупнейшей в мире выставке оружия в Абу-Даби. Домой украинская делегация везет несколько военных контрактов. Но каких именно, пока держат в секрете. Почему, знает Ирина Смирнова. Сегодня был, наверное, наиболее активный день на оборонной выставке «Айдекс-2015» в Абу-Даби. Выставка будет работать всего до 26 февраля, и, в принципе, странам уже пора определиться со своими потенциальными партнерами. Очень сегодня было оживленно у украинского стенда, его посетил президент Петр Порошенко. До этого он пообщался с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, а затем с кронпринцем. И, в принципе, президент очень доволен этими встречами. Сьогодні були підписані з кронпринцем, лідером держави Об'єднані Арабські Емірати і міністром закордонних справ важливий документ щодо співпраці в галузі військово-технічній. Ми уклали і визначили терміни постачання для українських збройних сил найнеобхіднішого оборонного засобів. І я впевнений в тому, що сьогоднішній візит був надзвичайно успішним. Президент встречался и с другими делегациями, но никакой конкретной информации о заключенных контрактах, а мы точно знаем, что они есть, мы не услышали ни от Петра Порошенко, ни от генерального директора компании «Укроборонпром». Глава «Укроборонпрома» объясняет такую позицию тем, что просто мы защищаемся таким образом от шпионов, потому что мы своими глазами видели, как российские журналисты ходили очень близко к нашей делегации и очень вслушивались в то, что говорит президент Порошенко, например, турецким коллегам, либо там французским или английским. Поэтому официальная информация с числами, с контрактами и суммами появится гораздо позже, когда эти контракты будут уже выполнены. Контракты подписаны с передовыми мировыми странами. На сегодняшний день в вооружении есть определенные принципы и правила. Да? И эти правила говорят о том, что нужно их вначале выполнить, эти контракты, а после говорить о них и говорить об их эффективности. Подписаны контракты на миллионы долларов. На сегодняшней выставке не обошлось и без сюрпризов, на этот раз очень-таки приятных. Сегодня один из украинцев, который живет здесь, в Абу-Даби, подошел к президенту и попросился в украинскую армию. Он живет уже здесь 10 лет, но готов все бросить, свой бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах и ехать защищать Украину. Я надеюсь, что все будет хорошо. Уже взяли мои все данные, я надеюсь, что в ближайшие, возможно, даже дни я уже буду защищать кордоны нашей державы. Как я уже говорила, выставка продолжит свою работу до 26 февраля. Это значит, что есть еще время для подписания самых лучших и самых выгодных контрактов для нашей страны. Ирина Смирнова, Роман Ребрий, Абу-Даби.